нас вчера целый день почти шел дождь. Ночью шел дождик. Сейчас пока хорошо. Правда, ветер, наверное, не даст разговаривать. Поэтому я иду по делам. Если будет что-то интересненькое, оно, я надеюсь, будет, я вам обязательно засниму. Кому интересно, оставайтесь со мной. Спрашивали, почему у нас горбузы. Ну, потому что осень, на огородах убираются горбузы, желтые листья, ассоциация с осенью. Честно говоря, для меня горбуз — это когда невеста потенциально дает горбуза своему неизбраннику. Вот я горбуз с этим ассоциирую. Но осень и зимой горбузовая каша и столько продуктов с горбуза очень полезно и очень вкусно. Поэтому осень — горбуз. Сказали выйти на эту сторону. Ну, вроде здесь, да, стоит. Ой, дождик начинается. А я взяла зонтик, ну, на всякий случай, думаю. Вроде небо такое ясное. Пройдет эта туча. На срамах, да? Не знаю. Но он такие крупные. Такая туча, наверное, развалилась. Такая дождевая, говорю, снежная. Вообще, а и сзади за тучей тоже свет. Просто вот туча налетела.